1 марта меня арестовали милиция, избили, порвали одежду специально, чтобы я не была допущена на встречу 2 марта с Всемирным банком, с МОД, а также с Международной организацией профсоюзов, которая должна была происходить в Ташкенте по ситуации с жертвами торговли, с лобковым рабством. Меня незаконно обвинили, со мной были свидетели, политолог Камалетдин Зиятов, правозащитник общества «Изгулик» Муталиб Мирзаевич Шарипов, жена Камалетдина по имени Мадина. Они все видели, как милиция из комнаты Камалетдина Зиятова вытаскивала меня. Я там писала жалобы, абсолютно ничего не делали. Ну вот, клеветническую составили донос, напустили на меня провокаторов в Махале, Лабзак, в участковом милиции. Милиционеры надо мной издевались, они курили мне в лицо, оскорбляли, запрещали мне приезжать в дом Камалетдина Зиятова, всячески издевались и в итоге вызвали психиатрическую бригаду.